Члены общественного совета при УМВД России по Одинцовскому городскому округу Виктор Иванков и Сергей Федосеев проверили работу ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Цель визита общественников – проверка качества предоставляемых полиции государственных услуг, уровня материально-технического обеспечения отдела и ознакомления с основными направлениями работы. Гости дали положительную оценку и пожелали полицейским успехов в службе.